ура, мы прилетели в Нью-Йорк. Прошли, долетели, все класс. Нас встретил организатор Игорь. Вот он, вот. И сейчас будем двигаться в отель. Мы нашли Чикаго, мюзикл, просто проходили мимо. И самое главное счастье, что оказалось 2 билета, поэтому мы на него пойдем. Вот через 3 часа. Это называется, не договариваясь, но встретиться на одном мюзикле с ребятами в Нью-Йорке. Знакомыми. Вон. Розовая голова. И оранжевая. My right is the lovely Marriott. Marquise, anyone staying there? Что, мы поднимаемся в Empire State Building? На самый top of the world. Empire State на самом деле не самый высокий. Вторая. Мы сейчас на Soho Street нашли магазин поп-арта, в котором вот доминирует такой артист Дэвид Крак. И это человек, у которого есть права на создание всего с персонажами Луни Тунс, потому что он является одним из художников этих персонажей. Yes. Поэтому у него есть права. И приобретаем 2 картины. Которые будут потом доставлены в Киев, в Украину, вот этого художника с автографами, и даже сейчас покажем вам их. Вот. Плохо видно. Thinking outside of the box. Daffy Duck, который вылез из картины и думает, потому что здесь много картин, которых Daffy Duck внутри, но их не видно, очень сложно снять. We got 160,000 homeless people in New York City. The government is not going to help any little baby. Okay. Help me. Okay, I'll help. My man, 10 will help us feed 2. 20 will help you survive. My G. Have a nice day, man. You know what I know about Ukraine? When I tell you this, it's going to bug you out. That's right, view this. When I tell you this, it's gonna bug you out. I know Ukraine used to be a part of the USSR, yeah. But then I know Ukraine fought for their independence, and then I know Serbia fought for their independence. I know a lot, right? Yeah. Because I'm number one. Do the same rocks no more. We're the same rocks no more. Thank you. Yeah. Мы сейчас в Museum of Modern Art в Нью-Йорке. И посмотрите, Бэнкс, лампы Кедрова, Энди Уорхол. Здесь Рой Лихтенштайн, здесь все. И просто разбегаются глаза, я не знаю. Это только первый город в Штатах. Я уже понимаю, что все-таки придется докупать сумку. Я был неправ. Я наконец-то попал в Бубба Гамп. Это место, которое я хотел посетить с тех пор, как только увидел Фореста Гампа. Вот это оно. Блин, смотри, какие прикольные стаканы. Они не бьются. Для любой пати это самое лучшее, мне кажется, что может быть. Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Это мой первый американский бургер. Сейчас сравним с украинскими. Уже сам как тот бургер. Класс. Очень вкусно. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. В Нью-Йорке.
покидаем прекрасный город Нью-Йорк. И искренне надеемся, что мы еще сюда не раз вернемся, потому что это просто потрясающее место. Нью-Йорк плачет. Плачет, потому что мы уезжаем. Ничего, Нью-Йорк, мы вернемся обязательно. Сейчас мы направляемся в Филадельфию, и нас ждет очередной концерт, очередные встречи, новые знакомства, новые локации. Вот, поэтому круто. Спасибо, Нью-Йорк. Было потрясающе. Мы уже добрались в Филадельфию из Нью-Йорка, поэтому сегодня все-все, кто в Филадельфии, наши люди, приходите на концерт, будем очень рады вас видеть. Мы в Филадельфии. Идем заценим номер. О, да, другое дело. Сквозной туалет. Прикольно, проходной туалет. Второе марта. Так что, в принципе, в Америке, как и в Украине, все четко. Новый год продолжается. Филадельфия шепчет просто. Зима. Нет, я в шоке. В Филадельфии у Коля оказалась своя гримерка, ну, своя ячейка, да. Коля. Покажи, Коля, что у тебя там. Тут у меня... Контрабанда! Я даже знаю, я что ли чувствами залит, что глаза мозолю? Эндорфины пошли, фантазия пошли. Ты что ли золотом литер? Что глаза мозолю? Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Мы прилетели в Торонто, and so the adventure begins. Нас встречают вот такими ключами. 602 номер. 6 плюс 2, 7, 8. Вечность. Супер! Зацени. Устали от бургеров. Много бургеров. Но вот в Торонто нашли natural суши. Честно, уже даже соскучился по этому. Привет! Добро пожаловать! Здравствуйте! Спасибо большое! Привет! Окей, до свидания! До свидания! До свидания! Thank you! Hello? How are you doing? Great. Hello. Мне почти 32, и это мой первый раз, когда я вижу океан воочию, вживую.
$89 будет стоить, чтобы сняли. Короче, после посещения этого места очень хочется рисовать. Ну, правда, прям вот аж изнутри распирает, и очень много... Ты понимаешь, что было много времени, когда это можно было делать, а ты почему-то этого не делал, потому что подумал, что да ладно. Ну, я уже все нарисовал, а на самом деле очень хочется прям. Все, приеду, что-то нарисую. Thug Life. Нельзя уехать из Wynwood Walls без какого-то напоминания об этом прекрасном месте. Поэтому мы зайдем вот в этот магазин и что-то себе прикупим по-любому. Сейчас я что-то себе цепану. Хотя бы самое маленькое. Даже вот такое. We the best music! Another one! Another one! Конечно. Я привел вас в музей мороженого. Сейчас будем угощать вас мороженым. А в это время, кстати, происходит шейк-шейк-шейк. Немножко тверка никогда не помешает. Как в кино просто, как в играх этих старых. Это он разговаривает просто. Или читает, или понять. Это Джей. Едем на баскетбол, игра NBA. Я буду болеть за Miami Heat. Я использую Shell Regular. Мы уже почти у цели. Нам осталось 30 минут ехать, полчаса. Мы уже проехали 3 часа. Я жду Гарри Поттера, зону Гарри Поттера, парк юрского периода. Я все уже в интернете увидел. Я хочу это ощутить на собственных эмоциях, на собственной же коже. Как нам выехать? Мы уже почти приехали. Yes. Идем в Universal. Целый отдел Симпсонов. Да я вообще в восторге. Это... Я как будто во сне сейчас просто. Я очень хочу челюсти, очень хочу на парк юрского периода. Мне кажется, это супер. А я хочу на... Аватара. На Аватара и на американские горки. Я все хочу, я ничего не видела никогда. Hello, I'm Gru. What's your name? Where are you from? Well, that might be impressive. Question, question, question. And thank you. Anywho! One moment. Горит лампочка, и это очень плохо. Tell Nefario! Фантастической мечте. Это просто настоящий город Спрингфилд. Здесь. Там ну что, мы едем на поезде Гарри Поттера. Ура! Сейчас будем в стену въезжать. Наш поезд пришел.
Итак, мы в вагоне, отъезжаем от платформы. Какой номер? 9 3 4. Молодцы, молодцы. Едем в Хобарт. Все, пока. Все, поехали, все. Мы поехали. Поехали. Вот это круто, да? Атмосфера. Я ждал этого момента всю свою жизнь. Идем. Ой, маленький. Страшной штуке. Пау. Пау. Thank you. Коллекция пополняется. Как это довести все? Будем думать. Мы готовы ехать на концерт. Заинтригованы. Нас забирает Rolls-Royce. Почему бы и нет? Поэтому поехали. Мы так быстро появились на сцене, не успел толком поздороваться. Здравствуй, Майами! А еще громче, Майами, Дэнни! Всем привет из Украины! Вот мы улетаем из солнечного Майами в Чикаго. Сейчас вам покажу одного персонажа. What's up, yo? Паспорт взяла? Взяла. У нас Марина потеряла паспорт в Филадельфии, поэтому в Торонто у нас было это. А у нее было это. Тебе понравилось Филадельфия? Да, у меня там много друзей теперь. Ну, а слава богу, Марина счастливчик, паспорт нашелся, вернулся. И, теперь, и команда в сборе. Теперь она опять вместе. Легальный человек здесь, на легальных условиях. Я и так была на легальных условиях. Два дня нелегализма. Мы приехали в Чикаго, в Giordano's Pizza, то, о чем я мечтал уже давно. Я, честно говоря, даже не знал, как она называется, просто знал, что это крутое место, и вот мы его нашли. Здесь пиццы похожи на пироги. Ну, в общем, сейчас будем есть, потом расскажем. World famous stuffed deep dish pizza. Сейчас будем пробовать. Chicago classic meat and more meat. Мясо, мясо, мясо. Бекон, барбекю. Я предлагаю брать сыр и deep dish. Мясо, мясо, мясо. Мы направляемся в LA, в Голливуд. Девочка, танцует. Мокрая девочка, сохнет. Мы знаем, чьи ее полнесу. Мало побыли в LA, поэтому закидываю копейку, чтобы вернуться в бассейн. Oh, да.
такой красивый Сан-Франциско. Не знаю, видно или нет, но город очень красивый. Это наш крайний город в туре. И вот мы уже готовы и выбираемся на концерт. Голос уже немножко начинает уставать и уходить от меня. Но я думаю, мы доделаем это. Мы сделаем это. Крайний концерт. Готовимся. Тачик, сока. Последний концерт. Девка за рулем. Девчонка за рулем. Настроение озорное. Прокручивать все, что произошло, и это слишком много событий для 14 дней, слишком много. Кажется, что месяца два мы ездили здесь. Ну, в принципе, же понравилось. Очень. Ну, я так хочу домой. Блин, это вообще очень кайфово. Мне кажется, у нас исполнилась наша большая американская мечта, и мы все в восторге, и нам уже не верится даже, что завтра вечером мы улетаем. Кажется, что вот мы только прилетели, хотя произошло очень много событий, очень много всего, от самых прекрасных до самых тревожных. Я умудрилась потерять паспорт, и это были просто кошмарный день и кошмарная ночь. Что наш тур USA 2018 закончен. Спасибо всем, кто посещал концерт и кто был с нами. Это было незабываемо, ярко, круто. И мы искренне надеемся, USA, до самых скорых. А мы обратно в Украину и дальше колесить по миру. Всем привет, мы в Киеве, дома, и отправляемся в Испанию, так что hola. О, как бы вроде бы и все.